Всем доброго времени суток, с вами Елена, и сегодня хочу показать две моих зацветашки. У меня медленно, но уверенно распускается стюартиан и пикачип. И вот камера делает ее белой, нет, она молочная, какая-то, вот знаете, молочная, такая, не белоснежная. Такая красота, это домашнее цветение. Она мне дала два цветоноса. И магазин нам, ну, при покупке у нее цветы были мельче. А сейчас они у нее 7 сантиметров. В домашнем цветении цветоносы ниже, но цветы гораздо крупнее. Такая красота. Нравится, не могу. Конечно, листья у нее занимают очень много места. Смотрите, какие они тоже. Ну вот орхидея, в которой все хорошо. Когда я купила, она цвела очень быстро, буквально там за 2-3 недели. Цветоносы я не убирала, хотя, наверное, следовало это сделать. Вот она была на 2 цветоноса. Но она дома дала мне 3, ой, тоже 2 цветоноса. Эти, пожалуй, я старые уберу, толку от них нет. Смотрите, какой восторг. Какой бы ни была красивая орхидея в магазине, цветение, но домашнее есть домашнее, да? Потрясающая орхидея, которую можно рассматривать и рассматривать. Эти ее крапушки, точечки, это губа. Чудо, как хороша. Ну и сейчас покажу еще одну орхидею. Я ждала, что стюартиана распустится. Ну, я покажу ее в полном распуске. Ну вот вместе с этой орхидеей. Ну, она ее обогнала, стюартиану. И поэтому вот, посмотрите же, какая красота. Я с названием этой мультифлоры так и не определилась. Это моя трехголовая орхидея, которой одно основание, но три головы. Я ее, наверное, все-таки в этом году рассажу. Вот, видите. Хотя это вот одна шея с тремя вот такими. Трехголовая красавица. Вот она дала 5 цветоносов. Да, впечатляет, как шапка, букет цветов. Это при том, что у нее еще есть нераскрытые бутоны. Ну, вот такие две красоты у меня сейчас распустились в феврале месяце. Ну, вот. Розовая мультифлора, она открывалась, наверное, потихоньку с января, и вот сейчас в феврале в полном распуске. Красиво, да? Очень красиво. Ну, а всем большое спасибо. Всего всем доброго. Пусть у вас все будет хорошо и благополучно. Побольше цветочных радостей и приятностей. До новых видео. Пока-пока.